К другим новостям. В индустриальной зоне Алматы к 30-летию независимости заработал завод по производству труб. В запуске самого крупного промышленного объекта принял участие аким мегаполиса Бакыджан Сагентаев. На заводе сварных труб планируют выпускать по 100 тысяч тонн продукции в год. Проект реализован компанией Asia Steel Pipe Corporation. Продукция завода найдет применение в энергетике, горнодобывающей, строительной и химической промышленности. Стоимость проекта – 33 миллиона тенге. Новое производство обеспечит работой более 300 человек. Всего же в индустриальной зоне Алматы реализовано уже 18 проектов. Туда устроено почти 3000 человек. А для безопасности там же, в этой зоне, открылось новое пожарное депо. Аким Алматы лично поздравил огнеборцев. В помощь пожарным бригадам новая спецтехника от акима города. На сегодняшний день было вручено от 23 единиц, пожарных единиц, ключи. Данная пожарная техника будет предназначена для двух новых пожарных депо, а также для существующих пожарных частей.